по тем массовым значит, объектам, которые мы уже в той или иной степени или начали делать, или уже сделали, там качество асфальта должно быть проверено. Поручение, которое губернатор дал подчиненным еще в понедельник, сплотило вокруг себя костяк единомышленников к четвергу. Из нового асфальта, что положили перед майскими праздниками на Комсомольской, проверяющие вырезали 4 одинаковых цилиндра. Общая толщина там 8 с лишним, а толщина вот этого слоя верхнего, вот если вы будете видеть, смотрите, 5 сантиметров. Ровно 5 сантиметров, как положено по проекту. В течение 2 дней эти образцы будут испытывать в лабораторных условиях, мерить, плавить и накачивать водой. В понедельник в управлении стройнадзора о свойствах и качестве этой асфальтобетонной смеси будут знать все. Пока же к одному из ключевых параметров, толщине этой подушки, нареканий у проверяющих не возникло. Стоимость работ по ремонту этой дороги составила 10 миллионов 900 тысяч рублей. Общая площадь 16 тысяч квадратов. Мы даем гарантию не менее 4 лет. Точно такие же 4 цилиндра вырезали из асфальтового покрытия площади Мира. Его положили здесь наспех, аккурат накануне Дня Победы. Верхний слой асфальтобетона, если все видите, 3 сантиметра. Тут явно не доложен слой. Ну и плюс, все сами заметили, вы уже, вот как бы есть расслоение смеси. То есть вы видите, да, крупные камушки отдельно от мелких частиц. С подрядчиком по этому объекту чиновники пока не рассчитались и рассчитаются, видимо, не скоро. Платить будем только тогда, когда убедимся в том, что высочайшее качество, что сделано все в соответствии с ПСД, и никаких проблем нету. Иначе, значит, вплоть до того, что судиться будем, но рассчитываться я не буду. Очень жестко сейчас требуют требования по гарантийным обязательствам, и подрядчикам стало невыгодно халтурить. И по прошлому году, судя по прошлому году, сколько мы проверяли асфальтобетонной смеси, ну, у нас практически не было халтуры, то есть люди делали добросовестно. Кроме улиц Орла, комиссии еще предстоит взять пробы асфальта с 11 региональных автодорог. Результаты лабораторных тестирований дорожного покрытия со всех без исключения объектов, на которых начался ремонт, должны лечь на стол главы региона не позднее 20 мая.